Общественно-политической деятельностью видновчанин Кирилл Котов занимается не первый год. Является членом общественной палаты Ленинского городского округа, участвует в благотворительности и волонтерстве, сотрудничает с научно-исследовательскими институтами, выполняя государственный заказ. В своем молодом возрасте достиг профессиональных успехов в политологии и доказал это на конкурсе молодых политологов России. Победителем в номинации «Политические коммуникации» стал Котов. В начале августа проходил уже в четвертый раз Всероссийский форум молодых политологов «Дегория». И в рамках этого форума проходила премия молодых политологов «Дегория» в трех номинациях. Я в номинации «Политические коммуникации» занял первое место. В форуме наш герой участвовал впервые. Подготовка к конкурсу заняла немало времени. Необходимо было представить портфолио, которое бы отражало профессиональный опыт, и проект, наполненный новизной политтехнологической направленности. Тренд сейчас достаточно един. Это цифровизация, диджитализация, айтизация. В том числе политические коммуникации. Но победа в конкурсе – это лишь приятное дополнение к тем знаниям и опыту, которые Кириллу Котову удалось получить в рамках форума. Эти форумы очень важны и нужны, потому что с молодежью нужно общаться, делиться своими представлениями, картиной мира, послушать старших товарищей, в чем-то с ними синхронизировать свое понимание политической жизни. А еще более важно для нашего государства, для наших лиц, принимающих решения, услышать молодежь, услышать голос нового поколения, дать им возможность представить свои идеи и проекты. Кирилл отмечает, сам форум и конкурс организованы на высшем уровне. Спикеры – высокопрофессиональные специалисты, российские политологи, которые долгие годы проработали в правительстве страны. Когда ты получаешь некий гарант качества от старших товарищей и коллег, ты понимаешь, что все делаешь правильно и работаешь в верном направлении. Для меня это самое важное. В планах у Кирилла Котова продолжать профессиональный рост и этот опыт реализовывать на благо Ленинского городского округа. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.